Здравствуйте! Чтобы добиться гармонии в дизайне кухни, расцветка кухонного фартука должна соответствовать фасаду мебели. Если кухня в классическом стиле, то желательно предпочесть монохромный дизайн, при котором цвет фартука будет в единой палитре с фасадом мебели. При выборе кухонных фасадов в более темных тонах фартук на кухне должен быть окрашен в светлой расцветке и наоборот. И кухонные фасады, и рабочие поверхности следует оформлять так, чтобы они одинаково хорошо смотрелись как при естественном, так и при искусственном освещении. Постельные тона кухонного фартука делают интерьер более дружелюбным и свежим. Чтобы постельная расцветка рабочей панели не выглядела слишком блеклой, лучше сочетать ее с белыми или деревянными шкафами. Возможностей сочетать цвета кухонных фасадов и фартука действительно много. Важно, чтобы они были правильно выбраны и имели верные пропорции.